наш лучший телеканал АТВ. Михалыч, я так думаю, говорим о погоде на 16 октября. Всем, кто нас смотрит, всего самого лучшего, здоровья, удачи, благополучия. По республику погоду будет определять антициклон. Без осадков небольшой снег возможен по северному побережью Байкала. Ветер северо-западный с переходом на восточный 3-8, местами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха. Северные районы Баунт-Муйский ночью минус 6-12, по северо-востоку уже до минус 20. Это уже зима. Днем плюс 3 до минус 2. Центральные районы Волгинский, Тарбагатайский ночью минус 5-11, днем плюс 6-12. Южные районы Кяхта-Джида ночью минус 5-11, местами по юго-западу до минус 17, а днем еще тепло 6-12. Наша столица без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью минус 6-8, днем максимальная плюс 5-7. Еще тепло, не холодно. Атмосферное давление будет падать до 715 миллиметров ртутного столба. Жизнь подобна зрелищу, в ней часто весьма дурные люди занимают наилучшие места. Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Не изменяйте себе, чего вам желает АТВ и Михалыч. Будьте здоровы!